Ты открываешь ли ты для себя, ну, рынок 84, ну, среднего веса, и видишь ли ты кого-то там из российских бойцов, из американских бойцов, из европейских бойцов, с кем бы ты хотел встретиться, кроме Джона Джонса? Как я уже повторился, это было достаточно тяжело, и никого не получится в следующий раз меня подписать на это просто так. Вот, а если брать, ну, средний дивизион, 84 килограмма в России, я бы с удовольствием разделил клетку с Исмаилом, с Магой. Я считаю, что это хороший боец высокого уровня и уважаю его за его многие вещи, которые он делает в клетке и по отношению к своим соперникам, его поведение. Есть вот такое желание. И, в принципе, я думаю, это и для промоушена был бы замечательный бой. Мы оба с ним такие не очень высокого роста, фактурненькие, могли бы хорошо зарубиться. Но это лишь мысли, потому что впереди у нас немножко есть одно незаконченное дело, которое начнется завтра. Вот, и я полностью концентрируюсь лишь на этом.